ноги, куда мне на этот раз понесло? О! Тревор Хендерсон 2. Что это значит? Короче, 1, 2, 3, 4, 5. И всем баншур, с вами я, Натали Сын, и сниму кое видео, да. Вспомнил, хоть что снимается по какой-то причине опять. Тревор Хендерсон 2. Ого. Вот пистолет. Буду по очереди смотреть. Так, первая мультяшная девочка Йо-Йо. Она не любит детей. Вот, сейчас. И вообще, что за... Ого! Да спавнись, ребенок. Вот. Заспавнил ребенка я. О, видите? Убил. Убила. Да. Почему кнопки ломаются? Причем, если ударить, то она будет еще и на других. И других. О, убил маску. Ладно. А теперь старый детектив. Кстати, ссылка на мод в ссылке в описании. Я из него взял оружие и потом подсунул в сундук. Короче, старый детектив, очень хороший и справедлив. Убивайте всех, кто... Ох, кто преступник, он убивает именно их. Вот такой получал. Ой, стоп, я шо? Ну, старый детектив, если что, хороший. А это вот... О, кукла. Или как там? Ну, короче говоря, паук, который сделал этого манекена. Вот. Если что, то... О, мне надоело ждать 3 часа ночи и потом на сиде играть. Но потом, когда я увидел на ютубе, что есть какой мод, я удивился.
Один без куклы, а другой с куклой. Вообще, я хотел повыживать. Если чтобы я сделал историю про Сэмми Олекса, то поставьте лайк. Так, дальше горка пожрать. Ты сначала не ходил, а сейчас стал. Ладно, жителей убивает. О, понял я вас, мистер Горка, пожалуйста. Любит кушать монеты. Я тебе на этот раз не дам монеты. Кладет вещи. Если что. Так. Ладно, теперь туши свет. Вообще, что с ним делать? Ты что, ну? О, были пилы. Понял я вас тогда. Стерлась. Запись, как говорится. Понял тогда, как он на себе меня убил. Не буду больше тебе я верить. Ведро ставлю правильно. Ведро воды? Ведро воды? О боже мой. Теперь стерлась запись.
Очевидно. Короче, это Риббит. Лягушка, которая упала в кислоту. Может, я языком присосать кого угодно. Кстати, про туши свет. Если туши свет, добрая версия увидит, что кто-то мне выключил свет, то он пилами. Короче, поняли вы. Все. Прощаю. Ладно, пошёл я дальше. А теперь ходячее молоко. Я молоко, и я хожу, всё на ваш газу. Если его скажут, какой у вас номер и так далее, лучше не говорите, ведь это 99% может быть он. Но он спрашивает номер, потому что хочет молоко дать, а не даст, даст только лишь одно. Все знают смерть. Берегите себя! У меня есть... Я думаю, вот о чём, о нём. Он не может ходить по воде. Опа, плюка. Ох, мне что там стало плохо. Вот. А теперь битва. Вот. Битва. Кто же победит? Как думаете вы? Ой, паук, зря это ты. Он очень старый и знаменит, он старый детектив. Если он найдет преступника, то он в ад его отправит. Я молоко, я хожу, все на вас гляжу. Так, а теперь, кто из них победит? Старый детектив или туши свет?
если они заодно. О. То есть старым детективом. То я буду в шоке. Вот. Туши свет! Давай! Ну, прощай. Затушу свет. Если что, пистолет из... Все равно из этого мода. Короче, кому понравилось это видео, ставьте лайк. И всем пока.